В филармонии поют басом на юбилейном вечере, посвященном Федору Шаляпину. Он родился 140 лет назад. В концерте под названием «Три баса» были заявлены артисты Кудашев, Седов, Огнев, работающие с Международным фондом Давида Гвинеонидзе «Таланты мира». Но неожиданно для зрителей на сцене появились другие – Кунчулия, Фетисов, Зальцман. Такое в программе фонда случается. Артисты могут заболеть, не успеть добраться из другого города или страны. Но всякий раз организаторы находят замену. Пензенские зрители в этом случае ничего не потеряли. Певцы не менее именитые. Например, Атар Кунчуля. Он работает с солидными театрами, в том числе с большим. Поклонник Шаляпина. Невозможно объять необъятное. Шаляпин – это явление, о котором можно только мечтать и идти к нему. И сколько бы ты ни жил, до него не дойти. Я благодарен Всевышнему за то, что он мне дал. У меня абсолютно есть все. Я полный музыкант, я дирижер, я пишу для аранжировки для оркестра огромного. Пел Варера в известном, гениальном, легендарном. Иверии, Тбилисский театр, я не знаю, ну Вена, все театры земного шара объездил. Но еще раз повторю, Шаляпин – это особое явление. Особое. Артисты исполнили романсы, народные песни и арии из репертуара Федора Шаляпина, получившего имя царя баса. Люди гибнут, а не там.